Здравствуйте! Благодарим за то, что вы стали нашим клиентом. Найдите на странице большую кнопку «Скачать», нажмите на нее и подтвердите скачивание. И уделите мне несколько минут, я расскажу вам, как гарантированно скачать материал и распаковать его. Закрывайте эту страницу только тогда, когда вы все скачаете и разархивируете. Пока архив скачивается, внимательно послушайте меня. Если у вас возникают сложности с разархивацией того, что скачали, если ваш компьютер сообщает, что архив поврежден, имеет неожиданный конец или открывается пустой файл, то, вероятно, при скачивании был сбой. В этом случае необходимо заново перекачать архив. После окончания закачки убедитесь, что архив скачан в полном размере. Это очень важно. Для этого нажмите правую кнопку мышки на архиве, выберите пункт «Свойства» и посмотрите на размер файла в байтах. Сравните цифру с той, что указано около кнопки «Скачать». Если цифры отличаются друг от друга, то необходимо заново перекачать архив. Иначе могут быть сложности с распаковыванием или использованием. Если не получилось разархивировать с первого раза, то попробуйте второй, третий раз. Если не помогло, тогда скачивайте снова и пробуйте. У вас все обязательно получится. Главное, убедитесь, чтобы архив был целый, а не битый. В случае чего, перекачивайте заново. Перед загрузкой файлов мы их обязательно проверяем. Поэтому, если файл не раскрывается, то эта проблема связана с качеством интернет-соединения, скачивания или разархивирования. Для архивации мы используем самые распространенные форматы – ZIP или RAR. Как правило, средства для работы с ними входят в стандартный набор программ вашего компьютера. Но на всякий случай помещаем ссылку на скачивание популярного архиватора. Наши курсы записаны в распространенном видеоформате. Это значит, что видеофайлы должны без проблем воспроизводиться на вашем компьютере. Если у вас не запускается видеофайл или отсутствует звук, то рекомендуем найти, то есть скачать любую другую программу видеоплеер и открыть видео с ее помощью. Как правило, все необходимые для просмотра программы уже входят в комплект установки вашего компьютера. В случае, если вам не удается просмотреть разархивированные видеофайлы, то вы можете обратиться к своим знакомым, которые помогут найти подходящую программу для просмотра видео. Наши цифровые книги обычно мы издаем в популярном формате PDF. Ссылку на скачивание программы для просмотра этих файлов мы помещаем внутрь архива с книгой. В случае, если вам так и не удалось скачать или распаковать архив, что бывает крайне редко, то вы можете обратиться в нашу службу поддержки. E-mail адрес указан внизу страницы. В письме постарайтесь подробно описать ситуацию. Напишите, что именно, какой курс или книгу не удалось скачать. В случае, если вы купили этот курс, то укажите номер своего заказа и способ оплаты. Ваше письмо должно быть написано с того электронного адреса, на который вы оформляли заказ, так как на этот адрес будет выслана новая ссылка на скачивание. Мы ценим и балуем наших клиентов. Поэтому для вас у нас есть выгодное предложение. Вы можете получить некоторые наши обучающие программы и книги без оплаты. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку, пройти по ссылке и ознакомиться с условиями получения. Также мы вам предоставляем льготные условия оплаты наших курсов. Все подробности внизу страницы. Воспользуйтесь этим уникальным предложением, так как оно ограничено по времени. Всех вам благ и успехов в освоении полезных для здоровья знаний.